Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому явлению, как литературная мафия? Ну, я, наверное, думаю, что она существует. Она как в скрытом виде существует. То есть люди, пользуясь какими-то властью, они используют свои возможности для того, чтобы и напечатать какой-то больше по объему своих стихов в коллективных сборниках. Там, в случае чего, там, при возможности сдать свои книги. Это, по-моему, совершенно реальная такая вещь, которая, к сожалению, существует. И сегодня? Да, и сегодня. Существует. А вот убийство, трагическая гибель известного поэта Есенина, она была результатом действия литературной мафии или это было самоубийство? Нет, конечно, это не было самоубийство. Дело все в том, что я этим вопросом стал заниматься с 95 года. У меня было несколько статей напечатанных. Одна называлась «Предназначенное расставание, возвращение к оригиналу». Она была напечатана в 12-м номере нашего «Современника» за 1995 год. И эта книга, собственно говоря, это итог 20-летней работы над этим, размышлений над этим. Потому что вот вы разговаривали с Владимиром Степановичем Скворцовым, у него в журнале впервые была напечатана моя статья «Кровавый автограф и его копия». Это «Невский альманах», последний, шестой номер за 2010 год. Она была перепечатана в «День литературы» у Бондаренко, Владимира Бондаренко, в первом номере до 2011 год. Вот с 2011 года я занимался очень серьезно изучением мемуаров, «Дело 89» о самоубийстве Сергея Александровича Есенина. И когда я сопоставил мемуары с материалами дела и, в частности, прокомментировал протокол опроса Вольфа Эрлиха, я пришел к ключевым пониманию, что гибель Сергея Александровича была прелюдия к гибели. Были факты многочисленных подлогов, и они проявляются в книге, в протоколе опроса Вольфа Эрлиха 28 декабря 25 года. То есть его друзья довели до самоубийства или это было убийство? Нет, никакие другие. Это было как-то продуманное. Ну, а, может быть, это не, знаете, как бы это было не запланированное убийство. Его хотели попугать. Я даже могу представить, как это могло быть. То есть на кушетке, которая как фигурирует. Вот, ну, вот, как я, в фильме, в общем, да, Есенин? Нет, там не совсем так. Вот этот вот знаменитый снимок интернет. Вот видите, здесь есть провод. Так вот, я считаю, вот если вы внимательно проглядите этот провод, он здесь расщеплен на одном участке. Значит, когда ему накинули этот провод, один между зубов, а другой под горлом, его пытались попугать. Но, видимо, пережали сонную артерию, он погиб мгновение. И они растерялись, и надо было что-то придумывать. И для этого они поместили его на скамейке в соседнем номере 5/6, который с балконом. Там всего лишь два таких балкона на фасаде Англитеры. Если вы посмотрите даже на современном Англитере, это новодел, но тем не менее. Так вот, на этом приоткрыли балкон, и он там где-то часа полтора-два коченел. Вот так это, скорее всего, было. А потом, когда он уже был готов, вот его так зарисовал Василий Сварог. Видите, обратите внимание, на этом рисунке, здесь какой-то листок бумаги рисунок. На груди у него лежит воротничок. Обратите внимание, что тот же самый рисунок, который сделал Сварог в правом углу, здесь бутылочка, значит, с чернилами, посередине бобровая шапка, которая на снимке лежит на столе в другом месте совершенно. И опять же этот воротничок. Вот этот рисунок, его явно был сделан с ворогом под нажимом. Потому что вот этот, он сделан был 28 декабря 25 года, а помещен в газете «Красная панорама», в журнале «Красная панорама» 8 января 26 года. За два дня до Гоньковской фотографии. Посмотрите, видите, правый угол нарисовано. А теперь вот это получилось зеркальная фотография. На самом деле, реальная фотография была вот эта. Вот. Ее, скорее всего, сделал ленинградский фотограф Владимир Владимирович Пресняков, который был по образованию юрист, и, кроме того, он с 1909 года занимался фотографией профессионально. То есть человек, который печатался и так далее. То есть, так, да, так почему-то так кто говорю. Убил? Кто убил? Знаете, все-таки Есенина? Я не ставил задачу в этой книге, Я опирался на документы, которые известные, но они неправильно интерпретированы. Потому что, вот говорится в мемуарах, говорится о записке, которая приглашала Эрлиха
только в ресторан Федорова. Это рядом за Елисеевским магазином. Но самое интересное, что мне удалось выяснить, я нашел рекламу этого ресторана в октябре 25 года в журнале «На посту». Это журнал милиции, уголовного розыска и мест заключения. И там оказалось, что этот ресторан находился не в доме 8, пролеткульта 8, или как наш Малая Садовая 8 сегодня, а в доме номер 5, напротив. И с октября по декабрь он находился на ремонте, этот ресторан. И поэтому в мемуарах Есенин не попадает туда, потому что ресторан якобы закрыт. Это все очень просто объясняется. И вот здесь я впервые нашел вот эту рекламу. Это, конечно, было совершенно неожиданно. Вот эта реклама, она, говорит, вот в этой книге присутствует. И здесь указано дом номер 5 по Садовой. То есть, вот сейчас там кафетерий, кстати говоря. То есть, там была какая-то инфраструктура. Вот, это вот первое. Ну, все, что мне удалось выяснить, здесь зафиксировано в этой книге, опубликовано. Да. И она в сайте esenin.ru, разделе «Гибель поэта», она дана.